смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим. Смогу держать больше. Смогу держать больше. Что такое? Черт! 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 Да что же это творится? 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 Мерда! Мерда! ¿Qué está pasando? Черт! Черт! Да что же это творится? Черт! 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 Да черт! 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 Да А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать.
А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. И sus hijos probablemente pensarán, кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. Фантастикой. Наши дети... Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут мужики, же нечего. А кто-нибудь знает, в чем дело-то? Засыпились. Два ударных отряда. А что не потеряли? Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Это свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и фашистам поближе. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вы... Тенке Ханса está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos a los fascistas. ¿Alguien sabe de qué va todo esto? Артём, отправляйся с Ханом и найди Чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Он найдёт с Чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, сталкивался Орден. Полковник, Чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. Я думаю, он найдет с Чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди Чёрного. С вами идет наш лучший снайпер. И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояли. И что, помогло? Не успели даже добежать. Ничего. Готовились. Это народ в светлое будущее верит. А начальство в конец света. СССР не развалился. И что, помогло? Они дознали, что война будет. Готовились. Это народ, будущее верит. А начальство? Конец света. И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояло. Не успели даже Позиционный выстрел! Карга! И не говорите, что прицел спит! Я сегодня все прицелил сам! Будете у меня за... Омерзительно! Вы что, специально? На такси лучше стреляете!
Омерзительно! Вы что, специально? На такси лучше стреляют! И не говорите, что специально! Я сегодня все прикрыл! Я... На диспару! Специально! Я сегодня все прикрыл! На диспару! Каргат!